Привет, мой друг, благословение тебе, хорошего тебе вечера, хорошего дня, зависит от того, в какое время суток ты смотришь это видео. Я сегодня бы хотел поговорить с тобой о спасении. Ты знаешь, о спасении я по-настоящему узнал только в церкви. До этого у меня были какие-то понимания, представления, что меня заселили, человечество заселили на Землю инопланетяне, что я там, что мой отец обезьяна, бабушка жирафа. Я тут сделал наброски некоторые, написал мысли, я тебе зачитаю. Ты, пожалуйста, если тебе будет интересно, ты добавь свои мысли там ниже в комментарии. Смиренным Бог дает благодать. Простые элементарные формулы от первых лиц, от Петра, от Иоанна, от Павла, от Иисуса Христа. Вам должно родиться свыше. Это воля Божья. Что мы с этим сделаем? Вот и вопрос вечности души. Что будет после смерти? Как долго я буду жить? Какой смысл в этой жизни? Волновали древних и современных людей. Я думаю, что ты с этим согласишься. Но, что да, действительно, очень интересные вопросы. И знаешь, есть такая мысль родить наследника, ребенка, построить дом, посадить дерево. И кто-то уже это достиг в достаточно молодом возрасте, до 20 лет, кто-то уже в 16 лет имеет это все, получил наследство, то есть разные моменты. И то есть, а что потом? А если ты не достиг вот этого всего? И что? Как бы, ну, что тебе, да, смысл теряется, смысл во всем этом. Поэтому один только вариант – погрузить себя. Посмотри, во что ты погружен, и это делает тебя рабом, и это делает тебя духовно мертвым человеком. Все остальное, оно меняется. Аминь. Как это меняется в жизни Юрия Федоровича, Майи, там, людей, которые там наркоманы, преступники были и так далее. Больные люди, даже вот медики свидетельствуют, с головой проблема, мозги меняются. Потому что Иисус пришел, чтобы мы имели свет и разум. Аминь. И ты знаешь, пастор объяснил, что спасти душу – это первая цель христианина. Ну, это самая простая цель, потому что ну, ты пришел к Богу, пригласили тебя в церковь, ты помолился, все, Бог спас. А потом второй шаг, он такой же самый важный, как спасти свою душу от этого развращенного мира, это помочь спасаться еще кому-то. То есть кого-то пригласить в церковь, и это, наверное, самый сложный, потому что ну, кто-то не хочет, кто-то как-то не получается. И вот, вот этому процессу нужно научиться, и этому научиться только в церкви. Если ты говоришь, ой, у меня на это может много времени уйти, что ж делать? Рожденный свыше человек на суд не приходит. Он возвращается домой к отцу. Он ребенок Божий, он возвращается. Если ты не рожденный, ты идешь на суд. И дальше, если твое имя не будет записано в книге жизни, я тебе не советую тебе допасть. Иисус ученикам сказал, что идите за мной, я вас сделаю ловцами человеков. То есть и души, вот как рыбак ловит рыбу, понимает, как она ходит, чем она питается, где она находится. И вот Иисус обещал своим ученикам, что Он научит их ловить души, как они ловили, умели ловить рыбу. То есть вот те дары и таланты, которые они уже имели, то есть вот навыки у них были определенные, потому что многие из них были рыбаками. И он, эти таланты, навыки, приобретенные в этой профессии, Он использовал их для того, чтобы проповедовать Евангелие, Иудея, Самария, до края земли. То есть, приглашаю вас
присоединяйтесь к видению миссии Слова Божьего, будем до края земли проповедовать Евангелие. И таким образом будем спасать свои души. Аминь. Благословения вам. Пока.